Ален, я хочу ответить на вопрос, который мне задали после записи последнего видео об уровне моего немецкого языка. Ну, я учитель немецкого, закончила Минский государственный лингвистический университет, я уже там говорила в том видео. Это хороший вуз. Вот. И уровень, соответственно, у меня хороший. Ну, когда я прихожу в джоб-центр или в школу языковую поговорить о том, на какой уровень мне идти, мне сказали, что на курсы вы к нам не ходите, вы у нас ничему новому не научитесь, вам будет скучно, и вам это не нужно. Я была в трех школах в нашем городе и везде получила такие примерные ответы. Поэтому я решила заниматься уже сразу переводом диплома. Вот. Что касается уровня языка. Но Юлия, работающая здесь преподавателем немецкого, она уже имеет в этом опыт во всем, она сказала, что культус-министериум в Шверине, который, собственно, признает диплом в моей ситуации, они также, возможно, и скорее всего, назначат мне еще дополнительно получить язык. Ну, может быть, это будет уровень С1, на который мне нужно будет пойти, как она думает. Вот. Ну, это уже будет в процессе, ясно. И вот тогда я пойду на такой уровень еще, получу его дополнительно, чтобы получить допуск к работе с УАСом. Вот. Что я хотела сказать об этом еще.